Здорово, чуваки, с вами Задрот, и это обзор на напиток Пепси. Ну вот, я и наконец-то добрался до этого напитка. Как вы знаете, это почти основной конкурент Кока-Колы. Ну что ж, вот видим синюю баночку. Баночка Пепси мне всегда немного лучше нравилась, чем банка Колы, так как здесь присутствует синий цвет, и он более красивый, чем красный. Но это лично мое мнение. Ну вот, видим российский флаг, надпись «Репси». Надпись снизу красным шрифтом и цветом. Выигры, коллекционные призы с ВЕЙОИСЕ каждый час. Чего, блять? Найди код под ключом, отправь СМС на номер 1488 и выиграй призы. Там коллекционную футболку и прочую хуйню. Короче, ебаный лохотрон. Наверное. На основной стороне мы видим очень девственную девушку, девочку, не знаю, называйте как хотите, эту шлю, ой, девочку, да. Видим ее черно-белый ебальник, глаза белые, черные, короче, брови ебанутые, красные губы, должны быть белыми, да, вот, сука, ебаное слово. Ну вот здесь видим основное описание. Штрих-код, банка 0,33 миллилитра, точнее литра. Здесь еще какая-то у нас хуйня. Но это не так важно, давайте рассмотрим пищевую ценность. Ну, на 100 миллилитров мы имеем 180 кжд, это 43 калории, 10 граммов углеводов, 0 граммов белков, что очень печально, также 0 граммов жиров. Ну вот, пришло время провести анбоксинг и продегустировать. Давайте откроем. Сильный хлопок и первым же делом запах. Ну, запах, естественно, очень сильно отличается от Кока-Колы, и здесь он мне немножко больше нравится. У Кока-Колы вкус менее насыщен. Ой, запах, извиняюсь, запах там менее насыщенный. Давайте нальем в прозрачный сосуд. Наливаем. И вот видим черную афроамериканскую Пепси. Давайте продегустируем. Ну вот я продегустировал и сделал выводы. Но могу сразу сказать, что вкус мне очень понравился. Мне также очень нравится Кока-Кола и... Ебаный телефон, блядь, звонит нахуй. Итак, короче, меня немножко отвлекли, там звонили антифаны, угрожали мне, но это не важно, я их уже отпиздил, и они съебались. Короче, кола мне тоже очень нравится, и Пепси тоже очень понравилась. И здесь будет достаточно сложно определить победителя, что круче. Вы, ну, уж по-любому будете спрашивать, что тебе больше нравится, Пепси или кола. И я сразу отвечу вам, Пепси. Почему Пепси? Не только из-за вкуса, а все-таки здесь есть такой некий нюанс, так как все прекрасно знают, что состав Кока-Колы, он засекречен, там есть некоторые ингредиенты, которые, о которых вы не знаете, они засекречены, там может быть жуки какие-нибудь, крысы, какашки, но я вам уже рассказывал в этом в обзоре. А вот в Пепси состав полностью рассекреченный, здесь он полностью известен, вы можете прочитать, и секретов здесь никаких нет. Ну, то есть вы точно знаете, что опасности здесь никакой не будет. И тем более он менее вреден, да, он не такой вредный. Им не моют унитазы, не отмывают ржавчину. Так что Пепси я даю 10 баллов из 10. Да, Кока-Коле я дал 9, она тоже вкусная, но все же она проигрывает, да. 1 балл можно добавить Пепси. И тем более Пепси он немножко дешевле. Ну вот, наш обзор подходит к концу. С вами был Задрот. Всем пока!